Всем привет, друзья! Мы играем какую-то новую для нас, по крайней мере, ТДшку. Не забывайте, что сейчас на канале месяц новых карт, то есть в неделю будет выходить по 5-6 роликов только по новым картам. Так, 10 дэмэдж, 1.25 спид. В любом случае, сейчас какой-то лабиринт, тут надо попытаться нафигачить. Такая фишка карты, что здесь выходят юниты, и надо первым бить 5 боссов. А боссы... Ого, они какие-то непробиваемые. А боссы, соответственно, спавнятся каждые 10 волн, я так понял. Написано, каждые 10 апгрейдов. Видимо, имеется в виду волны. Ну и, соответственно, я, естественно, построился максимально близко к этой штуке. Или апгрейдов вот этих вот. Speed buff, health buff, не знаю. Я построился поближе к этой штуке, чтобы если боссы у всех выходили примерно одинаково, чтобы я быстрее завалил их. Видите, такая вот хитрость. Чем ты ближе строишься, тем быстрее выходят боссы. Так. 5 gold from you and com. Вот это да. О, я бафнул скорость крипам выходящим. То есть я бафаю крипов, которые на меня идут. Да. И ты получаешь типа за них больше. И за каждый, я так понимаю, баф. Ой, я и спид баф, и хил баф сделал, что-то я зря. А, типа 10 грейдов делаю, и идет босс. Не хватает золота. О, гошки. Вот. Да, это тебе не то. Вот это поворот вообще. Прикольная фишка, но, кстати, самое смешное, что я не получил больше ни голды с них, ни инкома. Там, кстати, написали, что не использовать вот это вот здание, главное, как часть твоей защиты. Да? Интересно. Ну, почему-то не знаю. Так, ну пока, я не знаю, пока я боюсь что-то еще улучшать, потому что я и так кое-как убил. Но вообще надо, наверное, number of spawns увеличивать в первую очередь. А есть такой? Блин, одного не добил. И не хватает теперь голды, ёшкин кот. Отстой. Можно их дебафнуть. Блин, нет, жесть. Нет. Тоже один прошел, да? Угу. Блин, сейчас пойдет следующая волна, а я-то не готов. Отстой, ну вон у кого-то вообще 4 жизни. Он, видимо, перегрейдил своих. Ну прикольно, что ты сам реально контролируешь. Да блин. О, ух, всех добил. Найс. Кажется, что вот сейчас. Блин, у меня опять нет, я пока не буду ничего делать. 5 golden com. То есть 5 убиваю, а этот 5 golden com. Ну, конечно, я количество зря не увеличил, потому что, к сожалению, эти грейды, видите, не увеличивают вашу голду. А так плюс 1 крип, плюс 1 голда, соответственно, будет. Ого, виверна полетела. Вот этот поворот. Всех забрал. Нет, босс когда-то сделает 10 грейдов. Ого, фруктовый уже слился. Не рассчитал немножечко парниша. Интересно, тут еще гнолы стоят. Можно построить сверхдальнобойную башню и их законтрить, видимо. Так, ну я даже не знаю. Теперь типа чисто виверны будут летать, что ли? Не хватает золота. Нет. А, нет, опять рабочие бегают. Так, нормас. Я сейчас, скорее всего, смогу построить 2 башни еще. Не хватает золота. Да ешкин кот. Ладно, увеличу им количество на 1. Плевать. Ох, сейчас, ну, главное этот БЦ построить. БЦ, БЦ, БЦ. Интересная такая механика карты, что ты сам контролируешь сложность. И, в общем-то, ну, насколько ты это, настолько ты то. Насколько ты... С языка снял просто. Да. Насколько... Ну, ты сам, то есть, смотришь, что и как. Но вообще, конечно, имба, что количество надо делать, и тогда все будет круто у тебя. То есть, увеличиваешь количество, получаешь больше голды, а зачем увеличивать им скорость там или что-то еще, если, по сути, ты, увеличивая количество, тащишь. Но, с другой стороны, когда летят виверны, увеличишь количество на 3, вместо 3 виверн будет 6, и ты жестко протекаешь, а жизни тут тоже немного на самом деле. Так... Так, ну вон, пока они идут, башни их обстреливают, все хорошо. Ну и, конечно, так, еще увеличу количество. Исследование завершено. Ну и можно уже будет как-то... За сколько башенка стоит первая? Десятку. У меня есть, конечно, более крутые башни, но...
Так, я все увеличиваю, увеличиваю. Кстати, не факт, что голда, в принципе, увеличивается. Сейчас 6. Сейчас 6. Что будет дальше? Ну да, видимо, за всех дается голда. И они, кстати, что-то не хотят умирать. Хорошо. А, нормально. Да, видите, есть смысл лапать количество. Очень жесткий такой смысл. Так, ну, не знаю, пока я, наверное, не готов, потому что вон уже последний труп. Сколько у меня грейдов-то? Босс киллс у всех 0, не, грейды пока не пишутся. А левел грейды тоже, что ли, не пишутся? Ну, то есть, как, типа, пойдет. Текс. Не хватает золота. Ну все, сейчас я уже крут, мне кажется, и я готов к еще одной, к еще одному дополнительному чуваку, и скоро у меня пойдет босс. Я даже не знаю, босс меня может пробить. То есть, если ты будешь слишком обострять ситуацию и пытаться босса заспавнить как можно скорее, то все обернется проблемой. Так, так, так. Еще одну башенку, пожалуйста. Видите, я закруглил тут. О, гадские верны! Вот то, что я говорил. А, нет, всех убил. Фух, ёшкин кот. Могли бы быть проблемы. Так, ну все, сейчас я еще увеличиваю количество, потому что когда начнется волна, я получу еще 5 голды, построю еще башню. Но вообще жестко. Вообще жестко. То есть, получается, виверны направлены на то... Я вообще на честном слове. Так а у тебя в центре мало башен, они же в центре идут. У тебя основные башни сбоку сосредоточены. Нет, в смысле, по жизням. А, по жизням. Так... Еще одну башню. Вот, нормально, они тут закругляются. Я клевый. Еще давай. Давайте еще увеличим количество. Исследование завершено. Текс, 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 текс. Че там, скоро босс, наверное, у меня будет? Волна 13-я. Скоро будет босс такими темпами. Пока, короче, всех шикитарик. За всех-то дается голд. Ну да, за всех. Ну я что-то вот начал расслабляться, начиная чувствовать себя мощным. И, возможно, поплачусь за это, потому что я действительно довольно рано делаю грейды. Хотя не знаю, рано ли это. Или не рано. Можно построить уже какую-то сильную башню. Так, 45 дэмэдж. Ну, типа. А, но она меньше атакует. Да ее просто, а смысл ее строить? Если она, этот, атак спит у нее сильно ниже, 100 дэмэдж. Да, какой-то отстой, не знаю даже. Нет, нет пока смысла. Так, делаю грейд. Ну, разве что ради вот атаки, та, которая с хаос, типа атака, а не с пирсинговой. Текс. Ну, блин, я... Ой-ой-ой, босс побежал. Ёшкин кот, ёшкин кот. Ёшкин кот. Гаси его, гаси, 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 гаси. Еее, минус босс. Все. Первый босс убит. Я пока единственный, кто убил босса. За него ничего не дали, только инком. И то какой-то он странный. Не сказать, чтобы я его получил. Ну, то есть бафаем. Ну, у тебя 4 голды после его убийства. Какой инком 5 к чертям, если этот. Так, ну все, теперь у меня их какое-то космическое количество. Зря я, конечно, им апал там. Всякие хпшки. Ну, скорость я им зря апал. То есть, ну, просто берешь большим количеством и все. Смысл делать вот остальные грейды пока мне реально не очень понятен. Не хватает золота. Давайте прямо это массово. Это хп боссу апает. Исследование завершено. Ну да. А, вот, кстати, increase armor 5 levels of any combination of this HP. А, за... Ну, эти три грейда, за... если эти три грейда делать, то пока фигня. Да, да, да. Блин, у меня прошли, да причем ну... непонятно сколько прошло. Что за хрень? У меня тоже прошли. У меня только вот воздух и все. Так, сколько у меня? Ого, 4, оказывается, их прошло. 4 в одном. Шкитарик все еще живет. Ну, я не знаю, мне сейчас торопиться, наверное, особо не надо. То есть... Буду делать грейды. Ну, виверны еще будут не скоро. То есть, ну, я заработаю на этих пацанах какое-то количество голды. Да, забавно, что у них максимальное хп. Может быть, как-то в будущем они хиляться могут. Или, типа, это видимо, показано, насколько максимум можно этих пацанов раскачать. Но я даже не знаю, я сделал 2 грейда. Я могу сделать еще, как бы, 3 грейда. Так,
Armor of Mobs на один. Мне надо еще сделать какие-то три грейда для того, чтобы получать с них два. Да, но ноль армора, один армора, это вообще будет неприятно. То есть 15%. Че? Жизни на 25%, думаешь, клево? Не знаю, армор мне на один, мне кажется, лучше. Раз. Два. Ой-ой-ой-ой-ой, трис. Ну, сейчас я, по идее, с них по две голды буду получать. Но это как бы очень экстремально. Три армора. 8% снижения. Но это лучше, чем на сколько там процентов улучшить жизни. По два голды с них? Две голды, найс. Ну, то есть сейчас мне те грейды трогать вообще противопоказано. И главное, не отдаться на вивернах. А есть ли у меня какая-то чисто антививерневская таврка? Да, блин, все эти башни такие бичевые, их строить как-то не хочется. Текс. Не знаю, может как-то надо... Скоро виверны полетят. Наверное, сейчас лучше ничего не апать, что ли? Потому что пипец. То есть надо, наверное, построить все-таки одну мощную какую-то башню. Вот эту вот Moderate Tower, 100 damage. Ну, блин, я не знаю. У нее дамаг в 10 раз больше, цена в 9 раз больше, а атак спид сильно меньше. А ты не смотрел, какой армор у воздуха? Не смотрел. Вот там бы это знать. Так, видите, вот мой первый убитый босс. И Шикитарик тоже завалил босса. Блин, я даже не знаю, я сейчас увеличу количество и как бы вообще грибу. Не, ну, конечно, я сейчас денег с них прям космически получаю. Прям вообще круто. То есть, типа, вот пока жить на этом. Ну? А, фиолетовый еще жив, кстати. У него 9 жизней. И 10 инкома, кстати, теперь у меня стало. 10 несуществующего инкома. 125. О, кстати, смотрите, вот эта башня как-то поувереннее выглядит. То есть, надо вот на вот эту башню мне накопить. Ой-ой-ой, без армора, то есть надо этим убить. Так-так-так, гаси-гаси. О, еще одну снял, ну непонятно, сколько их тут, блин, много, походу я проиграл. А, три жизни снял, о, нормас. Ну все, теперь можно как бы беспределить и копить на башне. Хотя босс еще сейчас придет, меня тут покарает. Исследование завершено. Сколько я грейдов там сделал уже? Блин, наверное, уже босс сейчас попрет. Но пока нет, пока нет босса. Текс. Ну что, сейчас я строю сильную башню и буду, наверное, дальше строить только их. Не знаю, вот эта штука атакует по воздуху, не атакует. Мне это копить слишком далеко. Ну, нормал нормально бьет. Ну, кстати, не знаю, пирсинг-то бьет прикольней по легкому армору. Так что даже не знаю, есть ли смысл, блин... В этой башне. Ну, то есть это бьет 100%, а пирсинг бьет сколько там? 150%. Ну вот, я построил супер дорогую башню. Не знаю. О, босс пошел. Это мы его уже видели, да? Все, там он и так уже умер почти. Да, кстати. Так. Ну, я не знаю, можно еще, конечно, 5 грейдов подкопить. 5 грейдов вот этих вот сделать, армору апнуть. И тогда со всех будет по 3 голды даваться. Как думаешь? Еще больше сделать. Ой, блин, я не то делаю. Ай, нафиг, нафиг. Армор надо. Надо армор. Мне кажется, армор не так страшен. Исследование завершено. Раз, два, исследование три, завершено. Исследование четыре, завершено. Исследование и пять. Завершено. Так, ой-ой-ой. Опасно. Исследование завершено. Опасно. Так, надо... А здесь как башни прямо подряд, да, вот так у меня идут? То есть можно чисто дешевых башен много настроить чисто против виверн. Так, сейчас у меня по 3 голды будут с них даваться, да? Так, раз, два. Так, так. Так, так. И не так, да? Нет. По 3 голды. Ой, найс какой. А, уже за тех давалось по 3 голды? Хорошо. Как только сделал. Хорошо. Так, ну чисто такая. Просто защита антививерна. Лабиринт, конечно, немножечко прервался, но... Блин, по 3 голды уже дается. Это просто космически. Блин, жалко, что... Ну, видимо, вот эту башню надо строить. 225, один спид. Хорошо. Так. Че, достроить до конца, да, наверное, сначала вот эти антививерновские башни? Ну, я пошел. Можно, в принципе, по 4 их строить, конечно. Хорошо, да. Такая дорога вообще. Готово. Хорошо. Готово.
Так, давайте вот тут. Оп, 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 оп. Да, я два босса, кстати, уже убил. И Шикитарик убил два босса. Ой, виверны, ёп, РСТ. Не, ну если не пройдут. Жесть, гаси! А видишь, проблема в том, что... Все, ноль жизней. Я ноль жизней это еще... Не-не-не. А, ноль жизней это еще живешь? Угу. Ой, надо тогда зажестить, короче, сразу. Как бы плевать вообще. Раз, завершено. Два, три. Завершено. Ну вот видишь, количество для пионов хорошо, для верн очень плохо. Да. Исследование завершено. Че тут армор-то? Было 8%, стало 26%. Но зато я получаю вон больше денег. Не знаю, на количество... Слушай, мне кажется, тебе надо копить на Чаус. Вот прям сейчас все и... Да я уже буквально скоро... Ну просто как ты верно еще собираешься убивать? Ну не знаю, вот этими... Типа... Ну да, они как-то не очень справляются. Да... Ну я не знаю, блин, они самые лучшие. Чаус где-нибудь здесь вообще поставить. Кстати, вообще можно зажестить и быстро босса всех завалить, и все. Так как бы до виверны не дойдет. Вон, я же боссов изи валю. Да. То есть просто делать количество и все. То есть просто раш, раш такой, да? Ну, потому что все равно виверны, скорее всего, меня пройдут. Я убил уже трех боссов. Исследование. Я убил уже трех боссов. Так что, в принципе, осталось всего два. О том, что я их добью, я почти не сомневаюсь. Уже 10 же вроде. 5 боссов. 5 боссов до победы. Исследование завершено. Так. Жесть вообще. А они пойдут раз за разом, интересно, или нет? Исследование хорошо, завершено. Ну, вообще, надо тогда это, дозаканчивать лабиринт, что ли, если я хочу. Ну, сейчас вот тиммейт у тебя будет уже. Исследование, ну, в смысле, завершено. Вот так вот достраивать. Ну, я пошел. Готово. Готово. Так. Грейды. Ой, блин, забыл грейды. Забинь, ну, сейчас... Сейчас все равно босс, наверное, пойдет. Вот, босс, и потом еще один босс. Так, чё, давайте. Да, такой раш от меня. Ой, ёпрсты. Грейдить надо. Грейдить надо. Главное, чтобы воздух не вышел. Главное, чтобы не вышел воздух. Все, уже больше нельзя. Так, продажа. Ну, я думаю, что сейчас-то мне дадут босса. Ну, я пошел. Босс, давай. Блин, сейчас я его загрейжу, писец, и не убью еще. Исследование завершено. А, рабочий, какого черта? В таком количестве. Рабочий, вы что? Исследование завершено. Ну, построю Чаус, интересно. Ну, сейчас построю, да. Ну, я не знаю, это с бонусом бьет, а Чаус будет, ну, без бонуса. Как-то, не знаю, ну, сейчас вот этот сломаю. Да. Построю Чаус. Хорошо. Приятного аппетита, главное, Дима даже не чавкает. И даже стрима нету. Исследование завершено. Я вообще сижу сейчас спокойно. Ну, да. Исследование завершено. Вот так вот, видите, хейтеры Димы. Хорошо. Дайте босса, задолбали. Босса. Требую босса, я уже задолбался грейдить. Грейди. Исследование завершено. Да, ага, мы вместе с ним пробежал. Да. Чё? Что это было? Чё, верны полетели? Что произошло? Где? Что такое? Кто-нибудь что-нибудь понял? Блин, я не знаю, давайте посмотрим реплей. Можете, конечно, кому-то это будет неинтересно, но лично мне интересно, что произошло с этой фигней. Я сделал 10 грейдов, мне должны звать следующего босса. Ну, то есть, как бы я увидел фишку и решил ее забузить, почему бы и нет. Так, ну я подумал, что реально люди довольно сильные. А вот теперь Диме можно пожелать приятного аппетита. Так, 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 так. Ну вот, на 8-й скорости тут довольно быстро. 2 минуты всего будет где-то примерно. Главное вовремя запаузить. Главное на рабочих не терять жизни, как я это сделал. Вон, минус 1 рабочий, это минус 1 башня. И все время у тебя цикл будет отставать на одну. Ну, и главное не делать эти вот те 2 грейда просто так. Потому что 2 грейда тебе не дают ничего. Эти грейды надо делать сразу по 5 штук. Они тогда удваивают, как видите, голд. Да, ну количество на виверных это жесть. Видимо, прилетели виверны, но это баг на самом деле, я должен был выиграть. И даже, видите, я мог остаться в игре, ну, точнее, я не мог остаться в игре, меня выкинуло, то есть люди все равно бы не смогли доиграть. Ну, прикольная такая Tower Defense, где ты сам должен контролировать свои возможности. Это реально, вот, конечно, Warcraft меня удивляет, играешь в него столько лет, и появляются карты с абсолютно новыми механиками. Конечно, идеи для мобильных игр тут...
просто так, вот мой первый босс пошел. Я, конечно, опережал всех, то есть, ну, сложновато было, ребят, меня догнать. Завершено. Наверное, в плане денег я был очень сильно впереди. Ну, потому что я грейдил просто по-сумасшедшему. Если бы они так же грейдили, у них бы босс бы уже шел. Тем более, видите, я же, ну, максимально так выгодно по деньгам грейдил. Так, вон, чувак, босса увидел. Я тут понимаю, что могу беспределить, не могу, и верно прилетели. Две жизни осталось. Ну, типа, не знаю, видимо, с нулем жизни ты еще живешь, но, типа, при финальном боссе ты этот, не знаю даже, теории заговоров. Да, ну, реально такая дорожка для виверн. Оп-оп-оп, уже скоро заканчивается. Ну, видимо, виверны быстренько пролетели, хотя так спид я не... Ой, мувмент спид я не грейдил. Но мне кажется, здесь вообще не сбалансировано абсолютно. 25% жизни и один армор. Это совершенно несоотносимые темы. Завершено. Ох, сколько их завершено. Сколько их тут. Так, вот вышел босс. После босса... Так, все, делаем первую скорость. После босса... Ну, я просто сделал какое-то сумасшедшее количество грейдов. Явно 20 там было. Мне кажется. Так, 0 жизней. Кстати, можно посмотреть, что у ребят. У них голда-то пишется, интересно. Будет писаться. Тебя, блин, не пропустить бы. Исследование завершено. О, 5 тут уже получается. А здесь 3. Шикитарик отставал, конечно, довольно сильно. Так, а что, вот эти пацаны, может, прошли у меня, нет? Ну, вряд ли они прошли, они просто не успели. Вот уже конец реплея. Вот уже конец реплея. Next level. 8. 7. Что такое? Что они делают? Исследование завершено. Волна. Виверны появились. Понятно, блин. Какие к черту виверны? Босса давайте. Там написано, каждый... Ну, понятно, виверны пролетели и убили меня. Написано, каждые 10 волн выходит босс. Где босс? Зашибись. Все, я типа проиграл. Где босс? Я сделал 30 грейдов, ни одного босса дали. Вообще пипец. Что-то не очень. Но вообще, конечно, идея очень крутая, балансить надо, потому что один армор – это мелочь. Особенно, когда там с 20 до 21 армора там вообще практически ничего не меняется в плане их защиты. А, ну, как бы вот, целый грейд. Войск убито. Ну, надо, я думаю, по войску убито я впереди. Серьезненько. Вот. Ну, вот такая вот фишечка. Че, прикольно. Я надеюсь, вам понравилось. Не забывайте, что сейчас на канале будут выходить именно новые карты. Так что поддерживайте, пожалуйста, канал, смотрите видосы. Даже если вы уходите, например, оставьте видос. Это будет профит какой-то для меня. Всем пока.